Друзья, всем привет! С вами Квантум и Медалист. И добро пожаловать! Это Калибр. Игра, в которой мы играем за бойцов спецназа. В игре вышло крупное обновление. Теперь мы начинаем выносить всех. Яман, откуда они сейчас пойдут? Вот, наверное, с той длины. А тут везде длина. 69, которая примерно. Вот! Бляха-муха! Я спас тебя. Прикрывай, прикрывай, тут меня зажали. Сзади, 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 смотри. Бежим. Сзади, враги в засаде. Штупорылая, блядь, дура. Положил. Я ползу к тебе за стенку. Подползи, братанчик. Где, кто еще остался? Впереди нас, снайпер. Иди, отвлекай его. Ой, все, хорош, просто пацаны затащили, зарешали. Отлично. Вижу одного, нет, есть контакт. На 285. Димон, мяч шпохнуть хотят! Ой, тебя, я как понял, тоже, да? Да, но я отстрелялся. Он оббегает. Меня положили, Димон. Тут везде простреливают, трындец, тут никто меня нигде не спасет. Я попробую. Меня медик поднимает. В медика попали! Ну, твари, они знали, где медик! Мы не по стратегии играть начали. Не будем так рашить. Это спокойненько. Они сами, если дебилы, идут. Они сами придут к нам. Кстати, забыл рассказать, все новички получили ускоренный прогресс до 11 левела. И еще старых премиумных оперативников теперь можно купить за кредиты. Особенно учитывая то, что всего за пару боев тут можно поднять порядка 25 тысяч кредитов. В игру добавили новых премиальных бойцов с крутыми перками вроде минловушек или разведдрона. Дроном пользуется снайпер Комар, который также может шмалять по противникам сквозь укрытие. Медик Монк обладает обилкой подлечивать союзников на расстоянии. И не забудь опробовать штурмовика Корсара с его черной меткой и бойца поддержки кита, вооруженного калашом. Так, до нашего командира плохо слышно. Скажи, чтобы он не разговаривал лучше. Командир, у тебя не лагает, пизда. Не слышим, все равно нихуя. Спасибо, Димон. Ничего не разобрать. Он говорит, да. Командир, командир, не слышно тебе. Прием, командир. Я все, я устал бегать. Димон! Я пришел, блядь, на перестрелку после того, как все умерли. Лучше поздно нафиг, чем никогда, да? Молодец. Надо класть. Прикрываю тебя. Положил? Ой! Еще один у меня там. Доеби его. Да, потом меня поднимет. Димон! Да я умер! Есть! Нифига, завалил! Блин, это опасное место какое-то. Стоп, а мы втроем играем, понял? Этот агрессор, блядь, на которого мы быкали, блядь, командиром, он ушел. Нафига напугали его? Блядь, а это все ты. Я говорил, нельзя так делать. Блин, нас командир покинул, пацаны, что делать? Командир. Я предлагаю вообще сидеть на базе, потому что по-любому на базу к нам придут. Теперь вот, мы командир. не выходим, мы сидим здесь, но прикол в том, чтобы идти. Есть контакт? Да. Димон, не лезь так сильно. Не-не. Что это случилось нафиг? Не знаю, я просто чекаю эту сторону, понял? Я не вылазю, я просто смотрю. Если мне нужна будет помощь, я тебе скажу. Я смотрю с другой стороны, чтобы не обошли. Так, один смотрит. Обходит, меня. Обходит, снайпер-дрон обходит. Не выходи, там снайпер теперь работает. Вот тут вот один хрен стоит. Он уже идет к нам. Где он? Подними меня. Я надеюсь, мы успеваем? Да. Давай. Успели. Да! Поднимай меня! Нифига у нас. Он идет меня убивать. Стали! А где наш-то один еще? Медик. Мы выиграли. Мы выиграли, красавчик! Снайпер просто дождался, пока нас будут убивать. Вообще, красава, молодец. Красава вообще. Оба, блядь, сделали. Победа, но это было неплохо. Это деревня. В деревне все нормально, в деревне хорошо. Нормально. Снайпер, прием. Вертанюх улетел в закат. О, блин, давай направо уходи. Смотри, тут сейчас контакт можем... откуда угодно. Может сверху, я пойду справа проверю. Никого нет, а в обход идем. Идем по самому краю в обход. Так, я рашу. Там наши уже обнаружили врага. Сейчас со спины только максимально близко нужно подойти, Димон. Стой, только дождись пока меня. Я вижу всех. Давай, готов? Готов, поехали. Я все. Они аж охренели. От того, что случилось. Отлично. Красиво мы зашли. Да.
Стратегия, давай, снова идем вместе, прикрываем друг друга, и все будет просто на уровне победы. Ема, тут просто столько развитий уровня, можно где угодно обходить. Теперь все за нами идут, смотри, снайпера одного дома оставили. Медик слабак. Смотри, штурмовик наверху. Не-не, сюда, иди. Смотри. Я вижу его. Так, положил одного. Красава. Вон второй снайпер. Иди на веб, добей эту суку. Здорово, медик. Положил медика. Баха его. Молодец. Нормально. Хорошо идем. Там снайпер на базе где-то. Я видел снайпера, он... Во! Ты что ж под пулю так лезешь, Димасик, что ты делаешь? Так, а у нас нет, блядь, урона по своим, все нормально. Вон, снайпер с другой стороны. Я вижу. Все, положили снайпера, хорош. Нормально, 4 убийства, к вунду, да, мы тащим. А. Нам можно спецназ уже идти работать. Давайте справа, иди, а слева. Не-не, нормально, сейчас мы обойдем, красиво все будет. Они даже не ожидают этого, ты понял? Мы по красоте все делаем. Второй раз мы так делаем, они нас не ожидают. Ну, я не знаю, что с ними не так, они, видишь, могли бы ожидать, нас не ожидают. Опять медик слабак. Я не вижу никого, что за говно? Налево, налево, проходи через здание. Вижу противника. Где он там? Он там. Заходи, заходи к нему. Давай, с двух сторон. Я не могу к нему с той стороны зайти, жопа тебе. Спасибо, заходи, заходи к нему, как говорит. Зачем я туда приполез? О, перелезь, блядь, спаси мне жизнь. Ага. Сейчас перелезу, спасу. Бляха-муха! Слышь, а у тебя что, 1 000 000 хп? Да. Спаси, я их буду убивать всех. Надеюсь, сейчас меня не убьют, пока я тебя спасаю. Иначе... Пока, Димон! Блять, а ты мог чуть попозже сказать? Ну, трендос, блин! У нас два чувака осталось, снайпер и медик. Че, они одного не положат? Не знаю, они, видишь, поднимают... У них медик поднимает всех. Ну все, они слишком долго думали. Медик... Медик, не заходи сюда! Медик, молодец! Гранату кинь, медик, кинь гранату по-братски. У тебя хп мало, очень мало. Ты с ним не разговариваешь же. Да я знаю, блин, я как бы ментально. Снайпер, кинь гранату. Тьфу, пиздец, у тебя реакция мангуст. Ну да, конечно. Да! Это было максимально гениально сейчас. Подтверждаю. Неплохо, неплохо. Ты как меня, блядь? Я думал, он рак, чмо, козёл. Нифига, он его завалил с пистолета? Да, да. Еман, ну это было хорошо, ладно. Ой, ты сегодня прям, я ликвидировал 6, ты 4. Ну у тебя... А почему ты выше, алё? У меня больше всего, и ты выше, а у тебя очков больше. Не, у меня очков больше. А, по хронологии, в смысле групп, я понял. Ребят, ну что же, на этом все. С вами был Квантум и Медалист. Пиши в комментариях, как тебе игра. Также в описании я оставляю ссылку на игру. С вами был Квантум и Медалист. Всем пока и до скорых встреч.